В Алматинской области начали съемки нового телевизионного сериала по заказу агентства «Хабар». Он получил название «Кюздей келген көктем» – «Весна, пришедшая осенью». Фильм состоит из 30 серий. По жанру это психологическая драма, а главная идея картины – пропаганда традиционных семейных ценностей. Подробнее расскажет Григорий Беденко. Съемки нового казахстанского сериала проходят в живописных местах Жамбыльского района Алматинской области. Работа над фильмом будет продолжаться все лето, а его премьера запланирована на сентябрь этого года. Автор и вдохновитель идеи сериала – казахстанский продюсер Гульнур Мамасарипова. Она уже известна нашему зрителю по достаточно популярному сериалу «Келинжан». Для меня съемки этого фильма – большая ответственность. Думаю, будет невероятно трудно повторить успех «Келинжан». Но мы делаем все возможное для этого. Здесь все по-другому. И жанр, и сюжетная линия, и актерский состав тоже совсем другой. По своему жанру новый сериал – это психологическая драма. Он рассказывает о жизни людей, которые обретают свое счастье уже в зрелом возрасте. Главная идея картины – это пропаганда семейных ценностей, тонкостей взаимоотношений разных поколений. Здесь есть о чем задуматься, и мы очень хотим, чтобы зрителю понравилось, потому что здесь будет и любовь, и предательство, и слезы, и смех, воспитание детей – как сегодня живут в городе, как сегодня живут в ауле. И эта простая жизнь людей, она должна дать пищу для размышлений тем, кто будет смотреть этот сериал. Я очень надеюсь на то, что он будет успешным, потому что агентство «Хабар» уделяет очень большое внимание сериалам, которые выходят на наших каналах, потому что они должны давать людям нечто большее, чем просто развлечение и чем просто просмотр фильма. В общей сложности фильм состоит из 30 серий. Продолжительность каждой части 42 минуты. Посмотреть новое произведение казахстанских кинематографистов можно будет в новом телевизионном сезоне на канале «Хабар». Григорий Беденко, Радик Джакупов, Хабар, Алматинская область.